Князь Юрий Долгорукий в наибольшей степени известен как основатель Москвы. Первые упоминания об этом небольшом в те далекие времена городе относятся к 1147 году. Стоит отметить, что Юрий Долгорукий стремился править самостоятельно. Это, как и многое другое, удалось ему, хоть и далеко не сразу. Зависеть от Киева перестал только к 1131 году. Правление Юрия Долгорукого смогло превратить Владимиро-Суздальское княжество в один из основных центров Севера Руси. Впервые взойти на престол Киева Долгорукому удалось в 1149 году, после того, как он разбил рать Изяслава II Мстиславича. Но побыть киевским князем ему удалось недолго.